Что еще раз? Картофель фри, большая порция. Без соуса, да. Хорошо. 77, спасибо за заказ, просто классно оплата. Спасибо. Итак, друзья, всем привет, всем моим подписчикам, а также гостям канала. Сегодня продолжаю свою небольшую прогулку по городу Самаре на машине. И на этот раз мне приятно показать вам шестую площадь. Туда я еду, отвечая на один комментарий. А именно, была просьба показать район шестой просеки. Мне вдвойне приятно, значит, смотрят мои видео. Так что, друзья, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. А я, в свою очередь, смогу вам показать то место Самары, где вам захочется побывать. А сегодня мы проедем к дому со слонами. Так в народе дали название дачи Головина. Каждый руководитель Самары, я имею в виду бывший, хочет оставить свою частичку памяти города, строить небольшие часовенки. Но может быть и для чего-то другого. Кто знает, напишите в комментариях. Ну а мы продолжаем свое путешествие по улице Новосадовой. Вот, друзья, сейчас спускаемся вниз по улице Советской Армии к реке Волга. Когда-то здесь были лишь дубовые рощи, пионерские лагеря. Вот так перед нами открывается вид на реку Волгу. Это район шестой просеки. С высокого берега. Ух, красота-то какая, лепота. Дом со слонами – это бывшая дача Константина Головкина. Здание в стиле модерн, построено в 1908 году, 1908-1909 годах. Неотъемлемая часть дачи – это скульптура слонов перед фасадом, выходящим к Волге, давшие постройке народное название «Дача со слонами». А в детстве мы называли «Графские развалины». Еще в далеких годах советских времен нас детей привозили сюда на экскурсию. Во всей округе рядом здесь были пионерские лагеря. И вот мы здесь отдыхали. У южного фасада женская скульптура. И все это построено в далекое дореволюционное время. Два больших слона были изготовлены
по эскизам самого Головкина и установлены так, чтобы их хорошо было видно с проплывающих по Волге судов. Головкин Константин – купец, меценат, художник. После революции Головкин покинул Самару. Ну а сейчас мы проедем район 6-й просеки. Конечно, кто желает что-то посмотреть, пишите поконкретнее. Я исполню любую просьбу. Покажу вам именно вот такие вот дома, как раз находятся на улице Солнечной. Ну а на этом, друзья, я заканчиваю свое небольшое путешествие. Не буду вас сильно утомлять. С вами был Юрий Сухов. Ставьте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Удачи. До следующих видео. Не забывайте писать комментарии.